Жестокое избиение девушки в Актау взбудоражило Казнет. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения в одном из ночных заведений города. Как выяснилось, нападавшим оказался бывший парень потерпевшей. Избивать он ее начал в помещении и продолжил уже на крыльце. На кадрах видно, что удары были такой силой, что девушка не смогла устоять на ногах. За нее попытался заступиться прохожий, но обидчика это не остановило. Он вместе со своим другом уволок свою жертву на парковку. Вот этот молодой человек со своим другом избил девушку, обзывает, распускает руки. Вот и все. Понятно? Да. Нормально? Вышел из заведения. Выходите из заведения. Вот так вот, двумя ногами через дверь. Выйдите, пожалуйста. Ну, выйди. Пожалуйста. Позже в социальных сетях появились кадры нанесенных побоев. По некоторым данным, это уже не первое избиение в публичных местах со стороны бывшего возлюбленного. Известно также, что потерпевшая написала заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело. Экипажем, осуществляющим патрулирование, хулиганские действия были предотвращены. Участники инцидента установлены и доставлены в полицию. По факту побоев начато досудебное расследование, проводятся следственные мероприятия.